Ну, как бы все равно понимаешь, да, тему. Ну, Ну, будем не по-армейски, это все скучно. равно там аккорды. Аккорды знаешь же. Да, что там три аккорда? Да не, ну куда три? Ну больше, ну там С, Е, М, АМ, ДМ. Ну много. Ну, самые простые песни, там можно, блядь, все в три аккорда сыграть, что хочешь. Ну да. Ну нормально играешь там на гитаре? Да, ну нет, конечно. Я просто учусь, знаешь, вот на карантине Не, учусь. не гитара. Так вот у друзей была прикол. Для души, короче. А чем вообще, кем работаешь? Или ты сейчас на карантине? На карантине, так, автомеханик вообще. А что за город? Саратов. А, понял. А ты откуда? Москва, Москва. Сейчас сегодня одни московские. Ну да. Да, сейчас модно стало, типа блогеры повалили. Ну, типа карантин, все дела, и вот чат-рулетка. Потому что я так думаю, тут мало кто сидит, да? Ну, такая сеть. Ты давно тут? Ну как давно? Ну, бывает периодически так залазишься тоже, пообщаться, поугарать. Ну, есть Вот, движняк, да? ну, Движуха есть. а? Движуха-то есть вообще? В чат-рулетке? Ну да, сила тут есть. Движ. Нет, Ну, половина девчонки там, ее. красивые кошки есть. Какая-то такая тема. Че еще раз? Ну, девочки, есть девочки. Реально. Блядь, если они есть, они сразу перелистывают. Я не знаю, что они А, им ну да. скажут. Меня тоже. Фыркают. Там не успеваешь даже сказать уже все. Ну да. Ну ладно, бро, удачи тебе. Я пойду дальше, полистаю, посмотрю. Давай, Давай. удачного рейда. Спасибо. Йоу-йоу-йоу-йоу. Оля, ты? Да. А, Колян, здорово. А где Олька? Здорово. Что? Олька где? Олька. Ольга, она корову пошла доить. Я ей бы сиськи покрутил. Как считаешь, нормально? Или не очень? Да, нормально. Рэп не Пойдет. пишешь, бро? Так я Привет, реально бро. тупая старая песня, блядь. Тут пиздец люди. Чё, здорово? Здорово, бро, как жизнь? На жизнь отлично, не жалуюсь. А ты где? В каком городе? Карантин, все дела, тяжело же. Да нет, у нас нормально, я в Майкопе. А это где? Краснодар? Это, ну да, Краснодарский край. А, я понял. А ты чё, чем занимаешься вообще? Ну, я пишу биты. И Биты? видеоканал, да, канал у меня на ютубчике. Битбоксер, да, типа? Не, битбокс не мое, просто биты. Музон. Ну, блядь, давай послушаем. Давай. Я в клубе под этот мудон текстом, да, ты, блядь. Ну, зачитай что-нибудь, будет приятно. Сегодня... Не, кстати, Ну, еще... нормально, нормально. Ну, Слушай, у меня друг вот я только есть, короче, начал, он тоже если честно. начинает. Я Я у только него тоже, начал. блядь, хуево не получается Это нормально. сегодня. Мне вчера чувак показал, я там разобрался хоть что-то. И вот что получилось. Ну, уже получше. Но тема хорошая. А что на карантине делать? У нас тут тяжело просто. Месяц уже торчим. А что у вас так тяжело было там? Ну, типа, не работаем же. И А ты что, дома работал сидим. что ли? А? А ты что, работал где-то? Ну да, я парикмахер. Бля, мне надо бороду, бля, поправить. Да, барбершоп как раз. Ну вот, их Ты закрыли, типа, месяц как бороду будешь закрыли. поправлять? Месяц как закрыли. Ну, а ты как бы поправлял раньше? Ну да, ну сейчас я больше музыки, потому что карантин. А так да. Ну а что, у тебя нормальная борода. Просто подровнять немного и все. Я тоже об этом тут длинный как будто. У меня вообще, видишь, не растет ни хрена. Хотя мне 26 лет. Ну тут каждому Ебать, как. ты старше меня. А Ну ты а у хотел меня бы ничего вообще. Ну не, я сбрил усы, бля, но они светлые. 94-й А ты год. хотя бы вообще бороду? А? А ты хотя бы, в общем, Не, бороду хотел бы? бля, за ней ухаживать в пизду. Это надо Бля, масло. да, вот так.
Она да, чешется потом. Не знаю, мне вот сколько ну, клиенты ходят, чуваки там. Я типа, ну такое. Но они постоянно заморачиваются. Это надо каждую неделю ходить. Да, ты должен ухаживать реально. Но ладно, контур, хрен так... с ним. Но она чешется потом. Нет, не чешется, но знаешь, надо поправлять. Если не поправляешь, уже как будто... Да, как бомж будет. Вот так будет. Ну да, да. Неопрятный вид. Ну ладно, бро, удачи, я посмотрю, тут, может, девок давай, выцеплю. Я тоже. Давай, давай, спасибо. Йоу. Йоу, брат. Брат, привет, братик. Братишка. Пам-п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 ам. Еле-еле, да, бомбит? Пока ищет. Е-е-е-е, брат. Как жизнь, молодая, как жизнь. Мотак крутой. Стиль. Неплохо. Хорош. Хорош. Блин, хороший трек, бро. Ты в говно? Братик. Что говоришь? Ты пьяный? Нет. Мотак, катаешься сейчас? Ты где? Я? Угу. Дома. В гараже, что ли? Да. Тачки нет у тебя? Я бомжара, конечно, нет. У меня Мерин. 200-й. Да. И что? Хорошая машина. Бэха семерка. У тебя? Хорошая машина. Сильно. Шевроле знаешь тачку? Ты злой, брат. А, пизду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, привет. А что будем мы делать?